Подготовка к этому круизу шла почти 2 года. Пока менеджеры согласовывали маршрут, строители провели масштабную реконструкцию самого лайнера. Добавили около 200 кают, различные зоны отдыха, несколько тематических детских клубов для разных возрастов, а также любимое развлечение детей и взрослых – водный спрей-парк. Кстати, свое имя «Опера» лайнер получил не случайно. Его палубы названы в честь известных мировых опер, таких как «Отелло», «Аида» и «Турандот». Круиз проходит сразу по 5 морям – Черному, Мраморному, Эгейскому, Ионическому и Адриатическому. Планируется, что только за этот сезон в круиз может отправиться около 3500 российских туристов, а в порту Сочи сойдет порядка 12 тысяч иностранцев. Последний в этом сезоне заход лайнера запланирован на 21 сентября.